Так, друзья, сегодня находимся на позициях русской императорской армии. Рио, Первая мировая. Вот такие вот пошли уже находочки. Только-только начали копать. Это у нас подкова от сапога. Забираем. По-моему, монета царская. Такой сигнал тонкий. Стал выцеплять. 3 копеечки николаевских, да? Точно это российские позиции? Не обманул ты меня. 3 копейки. Первая мировая. Солдаты потеряли. Вот они тут отдыхали. Жили. Позиции. Прям по склону находятся. Пакешка. Ага. Мосинка? Конечно. Мосинка. Целая, да? Ну, по-моему, уже не целая. Ну да, рассыпалась, потому что она же была железная. Железная, да. Если у немцев медная была, то у наших железная сгнивала полностью. Сюда ее. Ну, на пенек пока что. Огромное количество мусорок. Вот лезут крышки от цинка с патронами. Кости, кругом кости. Просто кучами лезут. Мы будем искать, что получше, друзья. Да, бошки от снарядов хорошие лезут, крупные. Она половина железная, половина латунина. Голова без мозгов. Да я потому что гильзы не копаю. Ты 28-й не копаю, все. Пока что. 36 ну, 36 копай. Подковка на счастье. А, пускай здесь полежит. Это может быть и от ящиков, да. Такую лажу просто целую кучу лезет. Кто-то, ребята, здесь копал, смотрите, видите сигнал? Выкапывал. Он выкопал какую-то жестянку. По-моему, крышка от печки, смотрите. Крышка от печки, видите? И сбросили ее здесь. А вот здесь прошел сигнал, его не стали копать. А Сережа выкопал. И смотрите, что лежит. Смотрите, что лежит. Вот она. Лопата, ребята. Первая мировая война. Лопатка, даже очень ничего. Забираем на реставрацию. Маленькая мусорочка. И пришлось вот такую копать мне ямищу ради вот 2 консерв, ребята. Вообще нереально, все в корнях. Ребята, смотрите, по-моему, это кусок кошелька. Видите, сверху защелка есть. Вот что-то здесь крепилось, наверное, кожа была. И просто кожа сгнила, и остался один ободок. А вот где деньги из кошелька, это уже вопрос другой. Денег здесь никаких нет. Не наблюдаю я, по крайней мере. Какой-то вот шмурдяк медный лезет, и все. Это с трактора с какого-то, скорее всего. Может, с ящика, да? 7, 6, 9. 15, 3, 6, 5. Даже так ты решил, да, сегодня? Нормально. Да, Сережа, большой кусочек. О. Диактив. Вот такая вот попалась, ребята. Мне байда какая-то непонятная. Думал, что багор какой-то, но это, по-моему, элемент декора какой-то от чего-то. Может, от какого-то ящика или от окна. Одни патроны лезут и все. Больше ничего. Мосинка. Уголь какой-то, я не знаю, черное что-то. С дырочкой. Пищит, главное. Очень любили солдаты ребрышки погладать. Коровье. Всякая байда. Ничего интересного, ребята. Ничего. Какие-то трубки. 2 железные. Банки консервные.